Так, 3 недели проболел. Корона. Гулять с собакой только вот дома. Сегодня в лес вышел. 2 декабря. На улице ночью было минус 4. Сейчас минус 2. А в лесу стоят еще грибы. Ну, сейчас еще есть. Замерзшие, правда. Вот, как я и говорю, грибы еще стоят. Не собирался сегодня грибы собирать. И сейчас не собираю. Вот оно. Ну, конечно, перестоять. Твердый, как замерзший. А вот рядом второй. Посмотрим, что. Вот еще замерзший. Здесь чуть-чуть изменение. Температура не высовая. Вот еще один. Хороший грибок. О! Приятно посмотреть. Вот что. Нань-кира-нань. Кого-то увидела, гавка. Кого там увидела? А ты ко мне? Хи. Услышала, увидела кого-то. О, 6 грибочков. Где-то грибы не искал, а просто так зашел в лес, посмотреть, есть что или нет. На недельку пораньше, когда морозов не было, можно было бы собрать. А сейчас не стоит. И вот прямо на дороге здоровенный горит зонтик. На крыше.